Обучение в игровой форме. Для шестиклассников школы номер 17 прошли занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Две команды, девочки и мальчики, состязались в умении вести себя в чрезвычайных ситуациях. К ним в гости приехали сотрудники Щелковского центра гражданской защиты, 300-й пожарной части МЧС и спасатели Мособлпошспаса вместе с четвероногими питомцами корги. Это мероприятие, посвященное безопасности прежде всего. У нас в школе существует направление «Юный спасатель», я его веду в тесном сотрудничестве с учителями ОБЖ. Тема для детей очень интересная. И, конечно, наибольший интерес вызывают практические занятия. Спасатели на примерах из собственной практики рассказали, как необходимо соблюдать правила безопасности в повседневной жизни. Они показали, как работает оборудование, которым оснащено пожарное подразделение, и с каким снаряжением сотрудники МЧС выходят на тушение пожаров и аварийно-спасательные работы. Мальчикам и девочкам говорили не только о правилах поведения в нестандартных опасных ситуациях, но и просто давали добрые житейские советы. Здоровье – это само собой жизнь, учеба, знания. Но обязательно занятия спортом, без спорта никуда. Мальчики – наши будущие защитники, девочки – наши будущие умницы, хранительницы будущего очага. Мальчикам и девочкам из обеих команд предложили выполнить конкурсные задания, которые в игровой форме проверяли их знания и умения по ОБЖ, давали навыки действий в чрезвычайных ситуациях. Ребята на быстроту и на сноровку соревновались в оказании первой помощи потерпевшим, например, накладывали стягивающие бинты. По результатам конкурсных занятий жюри выставляло оценки. Мне запомнилось, как спасатели показывали их оборудование, и я поняла, как тяжело спасателям спасать людей. Мы это делаем для того, прежде всего, чтобы ребята с юных лет понимали, что можно делать, что нельзя, как избежать таких ситуаций, когда человеку приходит сложно, как прийти человеку на помощь. И чтобы был праздник, было единство и взаимопонимание. Царила хорошая атмосфера. Я думаю, что у нас это получилось. А еще ребятам совершенно по-особенному прочувствовать значимость ОБЖ помогли замечательные четвероногие собаки-спасатели – корги. Безусловно, они сделали серьезную и значимую тему конкурсных занятий запоминающейся. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.